Всем здорово! Перед вами обзор кроссовок Under Armour Carry 7. И за это время я отбегал в них, как и обещал вам, 8 полноценных тренировок. Так что готов поведать вам всю их подноготную. Ну что, поехали! Да, пока я не начал свой непосредственный рассказ, напоминаю, что ранее уже был ролик с моими первыми впечатлениями по поводу этих кроссовок. Тогда я рассуждал об особенностях их дизайна, каких-то технологических моментах, на которых сегодня останавливаться буду по минимуму, либо не стану останавливаться вообще. Поэтому настоятельно рекомендую глянуть тот видос. Ссылка будет в описании под видео. Да, тот видос с первыми впечатлениями во многом предопределил мой сегодняшний. Так что не стану рассусоливать и, как говорится, сходу о наболевшем. Если помните, тогда я жаловался о том, что бегая в семерках, у меня возникало ощущение дискомфорта сразу с обеих сторон. Вот, собственно, данный снимок после первой тренировки в них. Но продолжая бегать в этих кроссовках, жесткость никуда не ушла. Во время игры снова и снова я ощущал постоянное давление вот этих грубых краев на костяшке. И после абсолютно каждой тренировки мои ноги выглядели вот так. Да, за компанию появилась еще и мозоль на подошве. Блин, что я только не делал. Я надевал двое носков, пользовался растяжителем обуви. Избрызгав на кроссы, наверное, пол тюбика средства. Я часами разнашивал их дома, но жесткость продолжала меня преследовать, постоянно напоминая дискомфортом выше названной области. Я даже заметил, что если не сильно затягивать кроссы, то такой явный дискомфорт отступает. Но опять-таки в таком случае на второй план отходит безопасность этих кроссовок. Короче, приходилось искать какие-то компромиссы. Во время игры стараться не делать резких остановок и те, которые я обычно делаю при тесте тракции. В общем, не думать об игре и просто тестировать кроссы, а заниматься поиском каких-то обходных решений. Я знаю, что не единственные, кому стефы давят или давили в свое время. И если, по словам некоторых ребят, давление у них со временем прошло, то у меня, к сожалению, нет. Возможно, опять-таки все дело в моих дефектных стопах. Но кроссы тестирую именно я, и влезть в чужую шкуру, увы, не могу. Поэтому в плане комфорта для меня семерки откровенно провалились. Забавно, что если отбросить негатив, связанный с их натиранием, то седьмые стефы получились просто замечательными кроссовками. Буквально с какой стороны на них не посмотри. Как вы знаете, Стеф затребовал у дизайнеров топовую тракцию, и они очень постарались, чтобы ему ее предоставить, создав очень сложный многоуровневый рисунок протектора подметки этих кроссовок. В сочетании со стандартным резиновым материалом подошвы получилась, пожалуй, лучшая в серии сцепка с покрытием. Как всегда, тестировал эти кроссы в нашем скользком зале, который еще и не моется толком. Так вот, тракция в нем была просто безупречна. Причем неважно, в какой плоскости вы планируете сделать остановку. В семерках это будет получаться легко и непринужденно. Пожалуй, в этих кроссовках представлена, если и не лучшая, то уж точно одна из лучших тракций в линейке Стефа. Как вы знаете, в семерках, впервые в кроссовках данной серии, дизайнеры приготовили для нас просто невероятный микс из собственных топовых амортизационных технологий. Я говорю о Hover и Micro G. И даже если кто-то не считает последнюю топовой, то только не я. Всегда ее обожал и желал увидеть в кроссовках от Carry. Ну что, дождался. Но я уверен, вам интересно, как повело себя в действии вышеописанное сочетание технологий. Друзья, оно повело себя просто замечательно. И гашение ударных нагрузок было на очень высоком уровне. И что мне очень понравилось, это баланс между мягкостью кроссовок и возвратом энергии, прямо как в лучших игровых моделях. Бегая в семерках, мои стопы были постоянно заряжены, и я чувствовал, что могу выжать из них больше. Прекрасное ощущение, очень похожее на то, что предлагает летная плата в раннем своем исполнении. Однозначно с амортизацией в этой серии можно больше не экспериментировать. Это явный топчик. При этом амортизационные технологии этих кроссовок не кажутся ни объемными, ни тяжелыми. Именно поэтому, бегая в Carry 7, у меня совсем не снижалось чувство корта. Конечно, если сильно придираться, то можно сказать, что оно чуть снижено в пятке. Но на общий уровень подобное влияет не сильно. Вот когда мне в руки, а точнее на ноги, попадают кроссы с высоким чувством игрового покрытия, мне всегда хочется в них буквально носиться. Если, конечно, не одно «но», о котором я вам уже поведал ранее.
370 грамм, если сравнивать с современными лоукатами, это ни много и ни мало. Это стандартный вес большинства современных кроссовок. К примеру, те же 34-е Джорданы, которые будут явно повыше, но позиционируются брендом как одни из самых легких, весят ровно столько же. Так что я вполне доволен и весом этих кроссовок, который получился адекватным для большинства быстрых и подвижных игроков. И само собой, это оказалось возможным благодаря или вопреки использованным при создании данных семерок материалов. Ребят, я уже говорил вам ранее, что не в восторге от использованных при создании Кари 7 материалов. Поймите, синтетика и меш — это неплохо, это современный стандарт, который используется в большинстве игровых моделей. Но простите, большинство — это не флагманские кроссы, а во флагманских кроссах материалы должны быть топовыми по определению. И как мы помним по предыдущим моделям серии, с материалами у компании проблем нет. Жесткие, грубые, дешманские материалы, требующие длительной подгонки. Блин, ну это не то, что, как мне кажется, следует пихать в линейку своей главной звезды. Ну не красит ее это скупердяйство. Тем более, что ритейл кросс теперь составляет 140 баксов, а у нас в России, соответственно, 11 килорублей. Я уже не раз утверждал и не намерен отказываться от собственных слов. Флагманская линейка — это флаг. Держите его гордо и высоко подняв над собой, чтобы конкуренты остерегались, а потенциальные звездные эндорсеры притягивались к нему как магнитом. Да, это я снова с намеком на луку. Если не знаете, о чем речь, то вот она, всплывашка на видео. При этом качество сборки Кари 7 очень и очень достойное. Никаких следов клея мною замечено не было, а внимание к деталям приятно порадовало. Еще один момент, за который нельзя не похвалить эти степашки, это их устойчивость к износу. Перед вами кроссовки после 8 полноценных тренировок. Тренировок, во время которых обязательно были игры, изобилующие контактами с ногами других игроков. И как видите, кроссовки пережили это очень даже легко. Никаких следов деструкции, а только складки на мицоле и в зонах изгиба. И я уверен, что в плане долговечности эти кроссы вас не подведут, как и в отношении их надежности. У этих кроссовок классный уровень фиксации стопы, что, как по мне, совсем не удивительно. Массивный скрытый задник формирует ложе, запирающее пятку на замок. Жесткие боковые стенки внешки вкупе со шнуровкой не дают стопе шанса на смещение. Даже при резких сменах направления, финтах и проходах под кольцо. Также в этих кроссовках основательно реализована устойчивость. Благодаря красной ригидной пластинке мы получаем очень стабильную основу. Взгляните, насколько тяжело поддаются скручиванию эти кроссы. Расскажу о парочке неприятных эпизодов, которые, к сожалению, произошли со мной во время их тестирования. И оба не связаны с неправильной постановкой стопы при приземлении. Первый раз оно произошло на ногу соперника, а второй я просто неудачно поставил стопу на ребро при борьбе за отскок мяча под кольцом. Оба раза обошлось без травмы. Я действительно почувствовал нагрузку на связки, но обошлось без болевого синдрома и, само собой, отека. Как я уже говорил ранее, лично для меня уровень протекции в этих кроссовках является чрезмерным. И если бы была такая возможность, то я бы его несколько сместил в сторону естественности и сгибаемости. При этом я бы точно ничего не стал менять в отношении их вентиляции. Думал, что будет намного хуже. Честно говоря, я не ожидал, что кроссы окажутся настолько хорошо вентилируемыми. С другой стороны, а почему нет? У них предостаточно отверстий, которые располагаются на язычке и внутренней боковой стенке. Помимо этого, пальцевая коробка этих кроссовок имеет пористую структуру. Именно поэтому циркуляция в них очень хорошая, и мне не приходилось выжимать носки даже после действительно долгих тренировок. Подводя жирную черту под сказанным ранее, я, понятное дело, имею к этим семеркам двойственные отношения. Они сделали эти кроссовки настолько надежными, что я бы мог смело рекомендовать их даже игрокам, склонным к травмам голеностопа, если бы не одно но. Под но, как вы понимаете, я имею в виду ощущение дискомфорта, описанное ранее. Это та самая ложка дегтя, которая отравляет, по сути, великолепный такой бочонок с медом. При этом я не исключаю возможность, что это только у меня такие неправильные ноги, а у вас-то с
этими кроссовками все будет замечательно. Такая вероятность само собой имеется. Сам же я в этих кроссовках бегать больше не стану, ибо не мазохист. По той же самой причине рекомендовать активно их вам я также не могу. И я очень надеюсь, что великолепная восьмерка от Стефана Деловича получится более удачной и комфортной игровой моделью. Я искренне желаю этим кроссовкам мягкости и естественности. И я очень надеюсь, что им завезут более качественные материалы, которые будут больше соответствовать статусу главной звезды, давшей им свое имя. Как водится, зачитываю один из ваших комментов, который мне зашел больше всего. На этот раз он от Стаса Русакова, который под второй частью об MVP финалов и их кроссовках написал: «У меня были BB, имеет в виду Nike Zoom BB. Это были офигенные кроссы, они просто прошли огонь и воду. Я в них садил картошку, играл на асфальте, давал другим. Я таких крепких не встречал». Стас, полностью с тобой согласен и испытываю в адрес бибишек схожие чувства. Ребят, молодцы, что досмотрели до конца данный ролик. Не забудьте подписаться, если до сих пор этого не сделали. Также прошу выписать мне лося, если данный ролик был вам приятен или полезен. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех последующих видосов на моем канале. С вами был Дмитрий Титов. Я всем вам желаю удачи и увидимся!